Меня зовут Алиса. Про меня сняли фильм. Сейчас начнется его рекламный ролик. Это заставка продюсеров. Вторая как-то поскромнее. Это моя мама в молодости. Прекрасная женщина. А это мой папа. Моряк дальнего плавания. Это, наверное, их первое свидание. А вот это я, Алиса, тоже в молодости. Сейчас я подую и стану старше. Вот, это я уже после школы. Как раз средний возраст современных кинозрителей. Говорят, им может быть интересно посмотреть фильм про жизнь кого-нибудь того же возраста. Правда, прокатчики сомневаются. Говорят, что я слишком странная для главной героини. Не знаю, мне пофигу. У меня и так проблем хватает. Сначала из-за меня этот ураган случился. Потом мама вдруг с днем рождения решила поздравить. На вырост. Потом на работе небольшие напряги с шефом. Ну и вдобавок, парень моей мечты предпочел мне непонятно кого. Фильм, в общем, не чистая комедия, но и не драма. Так, всего понемногу. Как в жизни. Короче, надеюсь, мои невероятные полные истинного трагизма приключения вызовут у вас всю гамму человеческих эмоций. Ну а если нет, то и ладно. Доченька моя. Мне вообще надоело все это рассказывать. На работу пора. Сейчас подую, и все закончится.